Что это? Что это такое? Кто это сделал? Эта игра это сделала? Я думаю, мне не стоит акцентировать внимание на том, что напоминает это существо. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в спор, и у нас с вами планета евгенианцев обновилась, поскольку теперь это не просто планеты, которые населяют тупорылые создания, беспомощные, бесполезные, вообще непонятно для чего существующие. Нет, теперь здесь живет очень, видите, цивилизация, очень цивилизация живет. Но прежде чем мы начнем, обязательно шлепните побольше лайков и напишите побольше комментариев. Мне будет очень приятно. Огромное всем спасибо. Очень старался придумывать всякие шутки для вас, так что давайте лайк побольше. Вот все цивилизации на планете Земля пока не очень, а вот здесь очень. Посмотрите на это евгенианцы. А это что они делают? Они строят из себя человеческую многоножку. Погодите, что вы это, что вы мутите? А зачем вы продолжаете ритуальные танцы? А, нет, стоп, они упражняются. Раз, два, жопа кверху. Джонни, жопа выше кверху. Молодец. Три. Ага. Четыре. Я знаю, что любой фитнес-тренер скажет, что жопу кверху во время отжимания нельзя поднимать. Но, блин, он не евгенианец, поэтому не слушайте его. Стоп, забастовки начинаются? Погодите, чё такое? Чё происходит? Надо что-нибудь построить. Покупка новой техники. Вы также можете выбрать технику и посмотреть выполняемую ею команду с помощью списка правой части экрана. Что за прыщ вскочил? Найдите источник пряности и щелкните на нем, чтобы захватить. Пряность — ценнейший ресурс. Хотите жить в богатстве и процветании? Не забывайте. Давайте добывать пряностей. Это ж прям как в игре Дюна. Здесь отображается задание. Ваша первая цель — захватить источник пряности. Это ты, штука? Мобиль убили, занимается добычей пряности? Ой, ты что за лось? Огромный лось. Сейчас же ночь, да, почти что. Не сбей лося, он может выбежать на дорогу. Он летающий. Не бойся, можешь спокойно ехать, он летит. А! Что происходит? Он построил базу. Обратите внимание, что захваченный источник пряности теперь отмечен вашим цветом. Щелкните на пиктограмме ратуши на миникарте, чтобы приступить к строительству города. Так, давайте, мобиль, убиль, вернись обратно. 10 секунд, сказал 10 секунд. Так, блин, надо найти еще пряности. Я вижу, давай, теперь твоя очередь. Давай, Билли, иди. Так, меня вот это смущает. Евгенианцы тупые. Это подвид тупых евгенианцев. Они спят, поэтому они такие неразвитые еще. Они только завидуют нам. Все, это бросил? Да сразу иди захватывай еще, что парить мозги. И еще один мобиль. Его Федор зовут. Федор, иди, захватывай, захватывай. Нет! Нет! Они построили многоэтажку. Что за фигня? Из хорошей прихожей. Небось, консьержка еще там есть. Они миксанули хрущевки с современными ЖК-комплексами. Блин, они кажутся умнее, чем я. Там уже целый район спальный застроили. Офигеть. А у нас что, только халупа? Не пойдет, не пойдет. Ребят, не бунтуем. Эти вкладки помогут ориентироваться в меню города. Здесь можно выбирать технику постройки, декоративные... А, фак. Надо жилой дом. Ребятам негде жить, конечно же. А где наши ресурсы? 4200 баксов. Вполне себе. А, давай... О, нет. Мы любим минимализм, да, ребят? Да, ребят? Минимализм. Короче, они делают хрущевки, а мы сделаем Москва-Сити. Понятно? Все, прекрасная халупа. Отлично. Название жилого дома. Так, ЖКХ. ЖКХ. Плати. Описание. Мечтал об относительно просторной однушке в относительно экологически чистой зоне. Мечтай дальше, сучка. Готово! Куда его ставить? О, да! Дыщ! Смотрите, какой дом! Какой дом! Давайте развернем его на лося смотреть. Да, смотрите на лося. Хорошо. Теперь что у нас есть? Развлекательный центр. Вы серьезно? О, нет. Развлечение. Кто бы мог подумать, что чтобы сделать развлекательный центр, нужно столько неразвлекательных часов проектирования этого центра развлекательного. Боже мой. Итак, что это? Тоннель. Нет ничего более развлекательного, чем длинный тоннель. Широкий тоннель. Нет, вот такой. Вот такой тоннель. Там все что угодно может происходить. Правительство даже не смотрит. Я смотрю. Заходи, делай, что хочешь. Развлекайся. И чтобы люди чувствовали, что действительно что-то новенькое, необычное и развлечет их очень сильно, мы изменим цвет. Название. Развлеки себя сам. Центр. Описание. Как бы тебя в жизни не развлекали, запятая, тут тебя не развлекут еще сильнее. А, нет, фрагменты должны быть. Как минимум 3 фрагмента. Боже ж мой, это же проще простого. Но это все равно, все равно просто тоннель. Тоннель развлечений. Только ваша фантазия вас ограничивает. До развлечения нужно ехать через весь город, понятно? Довольны? Город, надо город назвать. Евгения. Столица. Вот это да, вот это да. Посмотрите, этот город процветает. Хорошо, давайте еще что-нибудь посмотрим. Башня. Убой. Все, башня.
точно есть. И надо теперь завод. Это позволит увеличить доход, но отрицательно скажется на благополучии. Нужен завод. Нам нужна своя капотня. Ничего страшного, это будет самый технологически технологичный, но экологически чистый. Это, конечно же, куб. Вот, смотрите, это что? Это завод. По-моему, прекрасно. Теперь давайте сделаем болезненный болотный вид. И название завода. Копоть и ко. Производство всего того, что ты так любишь. Есть! Ну вот и все. Техника. Война земли. Купить. Есть! Нужна еще одна техника земли. Вот она, убийца. Мы могли еще всякие деревья, да, посадить. Ботаника без паники. О, каламбурчики, значит, да? Чудо-травень здесь будет стоять. Людям понравится, да. Надо, чтобы там, где живут, было хорошо. Это самое важное. А, замечательно просто. Что это такое? Ритм. Выбор ритма. Чего? Гимн. Все, отличный гимн. Прекрасный. Сохранить название, сохранение мелодии. Гимн евгенианцев, наверное. Описание. Нафиг описание. И так понятно. Мы можем снаряжение выбрать? Ну-ка, давайте посмотрим, есть ли какое-то новое снаряжение, более современное. Воу, нифига себе. Да, погодите, пора обновляться. Вот это примитивное дерьмо убрать. Ой, не переживай, все с новой будет. Посовременней. И нам нужны новые рукоятки. Современные, прочные, из титанового сплава. Прекрасно. Все, у нас теперь, смотрите, 4, да, машины убийства. 5. У нас их 5. Захватить вражеский город. Это мое любимое задание. Так, подожди, дары, переговоры. Они одеты так же, как я, не косят под меня. Так, мы прибыли с дарами. Примите ли вы их? Наши подданные восхищаются вашими бескрайними землями. Давайте попробуем подружиться. Ваши слова полны мудрости. Всего хорошего. Переговоры. Мы прибыли с дарами. Примите? Давайте. 1000 спорлингов. Что ж, я всегда жду от незнакомцев только хорошего. Рады стараться. Где эти ребята едут? Где они едут? Неудобно, как здесь. Ладно, надеюсь, у нас вот эта штука не нападет. Что это? Вот это стрёмно. Так, ваши слова полны мудрости. Надо захватить. Блин, ну походу надо воевать, да? Мы зря так просто 1000 спорлингов им дали. Такая задача у нас. Все, давайте, сражаемся, завод. Убиваем их, завод. Что это такое? Это скорпион катается здесь, ну, пофигу на него. Воу, охренеть. Просят захватить. Это задание слева, наверху, не я, не мои желания. Нет. Так, панель переговоров. На панели переговоров будут отображаться все государства, в состав которых входит больше одного города. Подведите курсор к пиктограмме страны, чтобы посмотреть сложившиеся взаимоотношения и их предпосылки. Вы также можете отправить сообщение с помощью коммуникатора. Наши адепты часами вслушивались в божественные голоса, но так и не смогли понять, друзья вы нам или враги. С чем же вы пришли сейчас? По-моему, я пришел с пулями, если ты не заметил. Нам нужна военная помощь. Согласны ли вы сражаться на нашей стороне? Который город? Блин, не знаю, хорошо. Пагенсанск. Мы вам поможем, но не за даром. Как насчет сплоров? Ладно, договорились. Пойдет, ну, за дело. Сорян. Это зеленые, кстати, да, по-моему? Это зеленые. Давайте сражаться. Ты кто? А, это не мой город. А вот и мой. Прекрасный, красивый такой. Окей, давайте. Хоп-хоп. Окей, что там начинается-то у нас? Что за дела? Ладно. Пока эти трое справляются, так что не будем мешать. Что это? Что это такое? Кто это сделал? Эта игра это сделала? Я думаю, мне не стоит акцентировать внимание на том, что напоминает это существо. Ладно, вы... Есть! Они сдались. Ну что, теперь вы с нами? Теперь они наши, да, стали? Они наши. Поклонились нам. Да! Переделали все, реновации. Мы переделали их вонючие хрущевки в наши прекрасные халупы футуристичные. Так, специализация не изменится. Во-первых, да, нужно, конечно же, домишко, развлечишко и... Ой, было уже. Завод. Давайте второй домишко еще. И защитную башню. Стоп, а как называется этот город? Каринский. Это будет Новоевгенианск. Описание. Не столица. Опа, кто такой? Чё надо? Офигел? Дестрой! На ваш город напали! Чтобы укрепить оборону, стройте башни, размещайте дополнительные постройки, следите за благополучием жителей. Нападение монстра! Отставить атаку! Невыгодная война! Мы с годзиллами тут сражаться не хотим! Где мой второй город? Is it okay? Все окей. Кажется, тут вообще столица веселятся, я смотрю все. Смотрите, а что тут происходит? На карте, судя по всему, какие-то стычки, да? Вот это мы, оказывается, воинственная раса. Мой развлекательный центр! И мне нравится, да, то, что я придумал такую гениальную идею. Сделать тоннель развлекательный. Давайте, ребят! Все, он охренел.
Как он смел? Чинить! Вот топ! Страна желтая! Нам нужна помощь! Страна синяя притесняет нас по всем фронтам! Согласны ли вы объявить войну нашему врагу? Так, чего-то там не хватает для согласия. Может, 2000 спорлингов? Это не проблема, хорошо, что вы с нами. Нам бы вмешаться, я думаю, сюда стоит. Вот еще 3. Давай, файт! Он воюет! Он воюет с нашей штукой! Это наша штука, не трогай! Все, отлично. Как посмел ты напасть, оранжевый урод? Чертов огромный ходячий, блин, не знаю, как тебя назвать, чтобы не грубо было. Что он? Что он стал? Вы что, заодно с ним? Убей! Убей! Вот, умница! Нас не трогай, нас не трогай, нас не трогай, нас не трогай. Все, все. Сейчас раздолбает наш дом. Охренеть, он сильный. Блин! Это реально как Годзилла напал на город. Он просто сейчас расфигачит наш дом. Охренели, что ли? Эй-эй-эй. Ну-ка, быстро расправились с этим говном. Что это? Что это? Ой-ой-ой-ой-ой. Они пропаганду, что ли, запустили какую-то? Так, все, всю нашу боевую мощь. Всю боевую мощь направить на тварь. Монстр скоро сдохнет. Немножко осталось. И монстр подохнет. Мы отобьемся. Нам, кажется, заплатили 2000 спорлингов за что-то. Но... А, за... чтобы мы синих мочили. Ну, извините, я занят сейчас немножко. Давай, 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 давай. Есть! Прекрасно. Все, в рай отправляйте или в ад. Бич. Стоп. Страна красная. Нам нужна помощь! Страна желтая притесняет нас по всем фронтам. Согласны ли вы? За 200, конечно же, согласен. Это не проблема. Технически я ничего не подписывал, никакие договора, поэтому не знаю. Че, они должны все захилиться? Захилились. Теперь гоу. Нет. Ладно, они сами разберутся. Сами разберутся. У нас есть пушки специальные для этого. Кстати говоря, этот город-то беззащитен? Теперь нет. Блин! Чуть дальше отъедь. Давай, гоу. Оп, все, живем. Надо с цитаделью разобраться в первую очередь. Кто там еще? Кто посмел? Да что ж такое, а? Сражайтесь, ребят, сражайтесь. Да что, сколько можно строить? Хватит. Я думаю, надо вот это отобрать. Вы остаетесь здесь. Продолжаете развлекаться. Вы что, охренели? Они захватили, прикиньте. Взяли и захватили. Нельзя давать им подкачивать деньжата. И надо вот это тоже будет отобрать у них. Смотрите, сколько это подостроили сходу. Есть. Кто там? Красный атакует со всех сторон. Они продолжают пропаганду. Он небось гадости говорит, да? Всякие гадости про нас говорит. Перестань. Да нечестно. За моей спиной нечестно говорит всякие гадости. Стоп, пора начать запугивать. Красные, ну-ка. Так. Ваши подданные произошли безмозглых слизняков. Из твоей головы выйдет отличный трофей. Я как раз над камином бы повесил. Понятно. Слушай, он прям брыкается, как сволочье какое последнее. Продолжай, смотрите, продолжай. Блин, весь удар мы принимаем на себя. А те просто спокойно из-под тяжка или красные атакуют этот город. Я им фактически помогаю. Для этого мы можем напасть сюда. Все-таки завербовали, да? Уп, красных? Красных? Ну вы что? Ребят, походу мы сейчас сделаем это. Стоп. Есть! Есть! Ну что, красные упыри? Ну-ка построились, ну-ка флаг поменяли. Чтоб больше носили красные трусы, понятно? Вы захватили военный город. Специализация не изменится. Вот этот город. Пора бы его навсегда захватить, я думаю. Слушай, походу оранжевый все. Это последний город у них остался. На город напали? Как смели вы? У них, видите, вообще что-то плавучее. У меня такого нету. Вот он, смотрите. Война на море. Ну что ж, пришло время создавать нечто плавучее. А ничто так хорошо не плавает, как... куб. Вот это да. Просто, если увидите, эта штука плывет, то знайте, что скоро всплывет ваш труп. Так, какой же будет... А, смотрите, как оно смешно плавает. Все здесь устроено для того, чтобы плавать. Быстро и стрелять больно. Как бы это назвать? Всплыло. Люди будут спрашивать, что это всплыло? И им будет отвечать. Вот именно. Описание... Вот именно. Вот оно, всплыло. Ой, поплатитесь вы, друзья мои, за то, что попытались на нас напасть. У кого там что летает? Это не мое. Это синие стали сильнее, лучше. Так, ребят, кажется, нам нужна помощь здесь. У нас тут что-то охренелись, по-моему. Так, всплыло, сражайся, сражайся. Хорошо, тогда возьмем немножко наших солдат и пойдем атаковать дальше город. Захват! Есть, оранжевых, все, их больше не стало. Мы стерли их с лица этой планеты. С лица евгенианца. Теперь это наши развалины, да? Вы захватили религиозный город с помощью военных действий. Религиозная цивилизация, специализация позволит вам обращать других, в свою веру. Смотрите, пошла вера.
полетело. Теперь ваши техники подвластен даже вольный ветер. Все, мы можем создавать самолеты. Вы захватили религиозный город, окей. Итак, военное дело, религия. Выберите Давайте попробуем религию выбрать, да, почему бы нет. Мне кажется, нам пора бы уже с вами вмешаться вот в этот конфликт. Нам надо красных дубасить. А у нас еще синие есть с другой стороны. Мы сможем только по воздуху, да, их дубасить. Что нам нужно? Окей, проповедническая техника из каталога. Давайте, нам надо создать самолет летательный. Давайте сделаем летучий голландец. И не забываем про кубух. Ну, если это не самый классный летательный аппарат, то я не знаю, где. Смотрите, дзынь-дзынь-дзынь. Вот это да. Все будут знать, что все. Пришла религия, все. Он должен быть нашего цвета, потому что это же наша религия, да, вот, смотри, красота. Только я бы сделал вот эти вот колокола золотыми. Вот такой прям янтарный даже, я бы сказал. Во, красотища. Ой, здорово. И лопасти тоже, да. Вот оно, блин, как клёво. Название вертолёт. Описание: не веришь в чудо? Тогда почему эта штука летает? Тут уже все наше. Это чисто наш континент. Мы здесь хозяева. Так, походу, красный проиграет синим. У нас большие проблемы с синими. Итак, ладно, воздушная техника. Где он? Куда делась? Вот она. Ладненько. Пошел. Давай, просвещай. Теперь нам нужно еще выбрать военный самолет замутить. Ну, думаю, все поняли. Квадрат с бластерами. В разные стороны. Чем? Бич, получай. 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 Так, как бы назвать? Лётосам. Это Лётосам, он сам летает. Сам летает, сам все знает. Все. Ох, эти шуточки у меня пошли веселые. С ним война станет гораздо веселее. Так, почему мы не можем запас... Почему не можем сделать? Потому что денег нету. Блин, сколько можно не иметь денег? Надо завод впендюрить. Пора бы уже добывать больше денег-то. Стоп, давайте попробуем, не знаю, поговорить с синими. Сама земля дрожит от ужаса пред нашей великой армией. Мы объявляем вам войну, и вряд ли вы ее переживете. Извините, что вы сказали? Черт. Давайте с красными. Окей. Кажется, у нас проблемы. С нами дружить не хотят. Кажется, пришло время тратиться чисто на воздух. Окей, я сделал еще один дом. Может быть, можно самолетик теперь впихнуть? Да, самолетик можно. Всего лишь один. Нифига, поплавок, смотрите. Всплыло, работает, живет своей жизнью. Мы можем захватить. Как ты поплыл, всплыл, идиот. Итак, у нас всего два самолета с вами. Стоп, мы можем ликвидировать немножечко. Чуть-чуть, давайте ликвидируем. Отлично. Итого, 4 самолета. Все, короче, начинается интенсивная атака на наш город. Но ничего, у меня сэмбики, их много. И все готовы вломить. Так, хорошо, смогли? Смогли. Всплыло, пошло. Тут незанятая вышка. Наши пряности. Че, может, попробуем напасть? Раз, два, да, здесь 3 вышки, но... Давайте попробуем. Оу, ну тут и сражения, конечно, идут. Все очень напряженно. Надо сделать, мне кажется, еще одну вышку. Этот город что-то любит нападать на него. Ух, напряженность. Синим, короче, они отхватят у меня. Но у них, правда, много городов, да? Да, гораздо больше, чем у меня. Че, ребят, разберетесь там как-нибудь, а? Ух, нифига вы. Вы опасные. Вы опасные чуваки. Давайте, продолжаем, выносим. Че, сможем? Сколько осталось самолетов? Много! Есть! Ну, ребята, давайте, развлекайтесь. Как приятно все это наблюдать. Развлекайте наши пилотики. Есть! Военный город захватили, еще один. Прекрасно. Что ж, а давайте-ка... Ой, по-моему, там что-то вообще происходит, да, нехорошее? Давайте пока контратаку замутим. Вот, еще вот одну машинку, которая просто скромно захватит эту вышку с пряности. Слушайте, я недооценил своих самолетиков. Они прям просто бессмертные, походу. Нет, осталось всего 2. Блин. Да, конечно, не получилось у нас захватить этот город. Однако мы вынесли все вышки. Пусть все самолетики пока лечатся. Сейчас мы нападем сюда. Я думаю, надо не ослаблять давление, взять 2 здоровых самолета и пусть идут атаковать. Так, что вы придумать? Поскольку мы уже здесь находимся, вот на этом материке только один город остался, да? Значит, нам бы желательно деактивировать несколько танков наземных. Этого, например. И еще какого-нибудь. Да пойти вломить. Скромно и сердито вломить. Теперь в атаку. Слушайте, походу мы сейчас сможем захватить этот город. Нам нужно вынести вот эту вот вышку. Есть. Все, наше. Дома взрывается. Как приятно. Тут дела плохи, да, кажется? Нужна помощь. Ладно, вот эти самолеты, ну-ка возвращайтесь сюда. Да! Ой, евгенианцы какие, проворные. Посмотрите на них. Пришли к синим, сказали, все, вы наши теперь. Они такие, хорошо, поменяли флаг. Окей, это военный город.
Мы захватили его. Ребята, остался еще вот этот город. Здесь... Ой, да, раз, два, три. Опять три вышки. Ладно, давайте просто пойдем нападать. Не знаю, что еще можно придумать. Нападать. Фу-ху-ху-ху. Смотрите, как быстро выносится. Охренеть. Опа, моим ребятам здесь не очень хорошо. Быстро развлечение. А, смотрите, сразу поменяли свои рожи. Молодцы. Так, как дела здесь? Кажется, кто-то на вынос идет. Есть! Еще один город сейчас будет наш. Кажется, мы... показали евгенианцам, кто такие евгенианцы. Эта война бессмысленна, если так подумать. Почему мы не могли просто договориться? Я платил даже некоторым. И мне платили, но не помогло это как-то мир заключить. Тоже какой-то огромный ящерик-монстр. Первое слово имени взяло, и я обесценила как-то его. Женечка-убийца. Такое нельзя воспринимать серьезно. Вот еще один город. О, я. Пойдемте сразу на следующий, полетели. Сюда. Вот это да. Вот это летит просто легион смерти. Крылатая смерть. Это остался последний город. Мы все-таки смогли победить. Есть! Все, давайте, все наши сэмбики встали сюда. Чуть-чуточку подлечились. Парочку новых сделали. Грядут ужасные события. Думаю, нам лучше прекратить вражду между нами. Не знаю, пришел на переговоры просить о мире вот с такой рожей. И мне не понравилось, как ты поклонился. Слишком жопа не кверху, не к солнцу, понимаешь? Хотя я могу только сказать, прекрасная идея, мы согласны. Ладно, миру у ваших ног. Готовы отправиться на поиски новых миров? Тогда щелкните на кнопки графика. Мы это сделали. Откройте редактор, где вы сможете создать корабль для вашего первого межпланетного полета. Ух ты. История развития. Война, 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 война. Можно было еще экономику, конечно, замутить, но я даже не знаю, как это можно было сделать. Это какая-то недоступная опция все-таки была мне. Так бы я, конечно, замутил это. Наша столица празднует. И что это такое? Воу, это даже не я строил. И вы даже не в дверь зашли. О, боже мой, оно все растет. Это супер-мега-лаборатория. Это дефолтная по игре так сделано, да? Просто очень напоминает мои строения. Итак, корабли космические. Конечно же, квадрат. С блюдечком в полосочку. Чтоб летало. Так, летающее блюдечко будет. Вот. Вот такое космическое чудо. Цвет евгенианцев, разумеется. Название. Звездуля. И описание. Он даст вам звезды. Властелин галактики. Это я. О, полетело случайно. Вообще не знаю, что произошло. Все, мы на орбите, да, судя по всему. Ура, вы создали космический корабль и можете отправиться в космическое путешествие. Да здравствует небо, космос, вселенная. Хотя для начала неплохо бы научиться управлять этой штукой. Окей, мы научимся управлять, но в следующей серии нас ждут космические, новые космические рубежи. Это же замечательно. Я всегда мечтал полететь в космос. Благо, есть такая игра, как Спор, и я могу это сделать в ней. Друзья, если вам понравилось это видео, то шлепните космических лайков. Вы должны увидеть астрономическое количество лайков, пожалуйста, побыстрее. Спасибо большое, также не забывайте подписываться, потому что подписчиков тоже должно быть как звезд на небе. Миллиарды, миллиарды. Также не забывайте про все мои соцсети, ссылка на которых будет в описании под видео. Ну а с вами был Юджин, и всем пять!